вас, мои дорогие зрители. С вами снова я, Бая. Мне 57 лет. Я консультирую по вопросам питания и веду здоровый образ жизни. Но, как видите, даже здоровый образ жизни не страхует нас от нечаянных травм, несчастий, падений, ушибов, переломов. И в сегодняшнем видео я продолжаю свой рассказ о восстановлении руки в лучезапястном суставе после перелома. Напоминаю вам, что у меня вышло уже 2 видео из этой серии реабилитации руки. И начала я это реалити-шоу после того, как мне сняли гипс после перелома руки. Эти видео вы можете посмотреть по ссылочке вверху экрана. А сегодня я продолжаю свой рассказ о том, какие упражнения я делаю для того, чтобы как можно быстрее восстановить свою руку после перелома в лучезапястном суставе. Сегодняшнее видео я начала с того, что показала вам вот это корыце, наполненное морской водой, и как я массирую свою больную руку в этой воде. Это вода с морской солью. Я, прежде чем делать упражнения, обязательно делаю массаж именно в теплой морской воде, потому что тогда упражнения делать легче. Вообще я делаю упражнения именно вот в этом корыце, прямо в воде, потому что, находясь в морской воде, рука чувствует себя более свободной, и упражнения даются легче. Но я буду показывать вам те упражнения, которые я делаю в этой ванночке, и также движения массажные без этого корыца, потому что для съемки это не очень удобно. Я покажу вам упражнение без него, поэтому я его сейчас убираю. Сначала я покажу вам именно массажное движение. Массаж нужен для того, чтобы улучшить кровообращение и разогнать лимфу. Массаж я начинаю делать с кончиков пальца. И делаю движение, поглаживающее от кончика пальца к ближайшим лимфатическим узлам. Они находятся в локтевом сгибе. Но сначала я работаю с пальцами. Вот такое движение от кончика пальцев вот сюда вниз – я делаю с каждым пальцем по нескольку раз. Напомню, что эти массажные движения я произвожу прямо в ванночке с морской водой. Каждый палец я прорабатываю по нескольку раз. Затем я прорабатываю сразу все пальцы и делаю вот такое движение, как бы отгоняя лимфу туда, ближе к лимфатическим узлам, чтобы не было застоев. Потому что я чувствую, что вот в этом месте, где был перелом, все как будто бы такое скукоженное, полупарализованное, малоподвижное, тугое. И это хочется все разогнать. Поэтому вот эти вот движения, они как раз способствуют разгону застойных явлений. Не могу сказать, что мне это делать не больно, нет. Есть неприятные ощущения в месте перелома, такое тянущее, как будто бы что-то тянет. Но приходится терпеть, ничего не поделаешь. Далее я, проработав пальцы, я перехожу к проработке непосредственного места перелома. То есть я даже могу делать вот такие вот сжимающие движения, как бы продавливающие, затем снова поглаживающие. И поднимаюсь все выше и выше к лимфатическому узлу и заканчиваю массажное движение вот здесь, в районе подмышечной области. Таким образом, у нас вся рука от кончиков пальцев до подмышечной области проработана вот этими массажными движениями. Массаж я делаю примерно минут 10, поэтому сейчас я вам показываю в укороченном варианте, но когда я делаю это в реалити, то это где-то минут 10, а то и 15. И теперь я перехожу непосредственно к упражнениям. Упражнениям для разработки руки. Начинаю я с разведения пальцев в разные стороны. Делаю это упражнение примерно 10-12 раз. Следующее упражнение – поднятие пальцев поочередно, по одному. Безымянный палец очень тяжело поднимать. Делаю это тоже примерно 10-12 раз. Следующее упражнение – это вращение пальцами поочередно в одну и в другую сторону. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. И так каждый палец.
Раз, два, три. 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 И так несколько раз. Следующее упражнение – это мое любимое. Нажимать кончиками пальцев, подушечками пальцев на поверхность примерно 10-12 раз. Но я готова делать это упражнение чуть ли не 20-30 раз, потому что мне оно очень нравится. При этом упражнении как раз работают хорошо мышцы. Я прям чувствую, как они напрягаются, и рука приобретает утерянный тонус. Следующее упражнение – сгибание и разгибание пальцев в кулак. Напоминаю, что делаю я это прямо в морской воде, и скажу вам честно, что делать в воде это намного легче. Также 10-12 раз. Следующее упражнение – это так называемые дворники. Сгибание кисти в разные стороны. Делаю 10-12 раз. Также я делаю упражнение на одновременное поднятие пальцев и кисти. Примерно 10-12 раз. Следующее упражнение. Самое трудное, пожалуй, это подъем предплечья, чтобы вот здесь разработать сгиб. У меня он пока не работает. Я придерживаю одной рукой кисть и пытаюсь поднять предплечье, оторвать. Пока у меня это получается с очень большим трудом. То есть угол подъема очень-очень маленький. Поэтому я думаю, что вы как раз с этим движением предстоит самая большая работа. Если пальцы еще как-то худо-бедно начали двигаться, кстати, вот такое упражнение тоже хорошо барабанить, то с кистью, со сгибом вот в этой части все намного труднее. Еще хорошее упражнение сведение пальцев поочередно вот так. Есть еще такое хорошее упражнение, как сгребание вот так простыни, да, или полотенца всей кистью. Очень хорошо прорабатываются мышцы кисти. Делаю примерно тоже 10-12 раз. Еще одно упражнение можно сделать уже без воды. Это прохлопывание кисти от кончиков пальцев к локтю со всех сторон. Такое как бы вибрация, введение в вибрацию. И заканчиваю я свои упражнения опять массажными поглаживающими движениями в морской воде. Дорогие друзья, я надеюсь, что я была вам хоть немножечко полезна с моими упражнениями. Увидимся с вами в следующий понедельник в серии реабилитации руки после перелома. А если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк, нажмите колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом новом видео. И напишите, пожалуйста, комментарий, насколько вам кажется полезным данное упражнение, получили ли вы какую-то пользу, как у вас обстоит дело с продвижением восстановления руки после перелома. Буду рада любой информации от коллег по несчастью. Всего доброго, надолго не прощаюсь. Ваша Баечья.